Прабуди из Кыргызстана, Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня вторник, 26 сентября, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Господь, во имя Иисуса Христа, мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве. Новый день начинается, мой Господь, и мы благодарим Тебя. Благодарим, мой Господь, за дыхание жизни. Благодарим, мой Господь, за то, что мы смогли встать, за здоровье. Благодарим, мой Господь, за Твою заботу о нас. Каждый день мы видим, мой Господь, в нашей жизни Твою заботу о нас, о нашей семье. Спасибо, мой Бог, Тебе. Мы благодарим во имя Иисуса Христа. Мы молимся и просим, благослови, Господь, сегодняшний день. Иди, мой Бог, впереди каждого из нас. Мы верим, что если Ты будешь, мой Господь, с нами, то у нас все будет хорошо. Направь, мой Бог, нас в этот день. Дай нам идею, дай нам мудрость, направление, чтобы мы могли преодолеть любую ситуацию, чтобы мы могли поступать по вере и побеждать для славы Твоей. Мы отдаем, Господь, всю нашу жизнь Тебе. Мы просим, поставь Твоих ангелов вокруг нас и защити, мой Бог, нас, нашу семью, наших друзей. Защити нас от аварий, катастрофы, проклятия, зависти, от всякого плана зла. Мы по вере провозглашаем, сегодняшний день будет успешным и благословенным для нас. Мы также, Господь, молимся за нашу страну и просим, благослови Кыргызстан. Исцели, мой Бог, нашу землю. Мы молимся за всех жителей нашей страны. Пусть люди будут жить, мой Бог, в нашей стране мирно, будут уважать друг друга, независимо от вероисповедания. Мы молимся, мой Бог, за тех людей, которые имеют власть в нашей стране. Дай мудрость, чтобы они могли управлять нашей страной успешно. Мы молимся также и за другие страны. Сейчас присоединяются к этой молитве люди из разных стран этого мира. И мы провозглашаем, да будет защита, да будет Твое благословение там, где они находятся. Господь, мы молимся за мир в Израиле, за мир между Россией и Украиной. И просим, мой Бог, защити Твой народ во всем мире. Это наша молитва Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Дорогие друзья, помолитесь со мною. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Слава Богу! Дорогие друзья, будьте уверены в том, что Бог услышал нашу молитву. И Он уже благословляет нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Да будет так. Давайте поразмышляем над Словом Божьим. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Мы прочитаем послание к Римлянам, 4 главу, 18 стих, где в Слове Божьем написано: «Он, то есть Авраам, сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое». Дорогие друзья, речь здесь идет об Аврааме, который поверил и не обратил внимания на то, что люди говорили, на то, что люди хотели убедить его о том, что он уже старый, о том, что он не может иметь детей и так далее. Он поверил, написано в Библии, с надеждою, сверх надежды, и сделался отцом многих народов. Сегодня является примером для каждого из нас, потому что не опустил руки, потому что не боялся, но верю, и верю до конца. Это учение для нас. Вы хотите, чтобы Бог использовал вашу жизнь как пример для других людей, для ваших детей, для ваших родственников? Дорогие друзья, вам нужно верить и не обращать внимания на то, что другие люди говорят. Всегда люди будут говорить, критиковать. Но вы хотите побеждать? Хотите, чтобы сегодняшний день был успешным для вас? Не слушайте этих людей. Верите Богу, и Он вас благословит. Аминь. Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу. В 6 утра, по бишкекскому времени, вы можете присоединяться к нам. Напишите, дорогие друзья, в комментариях, откуда вы молитесь с нами. С какого города, с какой страны. Мы всегда читаем все комментарии. Молимся за вас, хорошо? И в ваш комментарий добавьте вот эту фразу. Я не буду обращать внимания на то, что люди говорят. Но я буду верить, что мой Господь со мною, и Он позаботится обо мне. Аминь? Да будет так. Дорогие друзья, если это слово помогло вам, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям, и пусть Бог вас благословит обильно. Сегодня, 18:30, онлайн-служение за восстановление здоровья. Вы можете присоединяться к нам, хорошо? Да благословит вас Бог обильно. Хорошего вам дня. Идем вперед. Oh,